Здравствуйте. Мы работаем на кафедре анатомии человека. Я Зайко Олег Александрович, преподаватель кафедры анатомии. Меня зовут Лев Ивагович, тоже преподаватель кафедры анатомии Российского университета дружбы народов, практикующий врач-рентгенолог. Пирогов анатомии мы узнали, находясь на Олимпиаде в Питере. Приложением даже практикующий врач-хирург перед операцией может зайти, даже посмотреть ход операции, что он будет смотреть. Очень важно знать пути лимфотока. В результате хирургических манипуляций при нарушении пути лимфотока это способствует заболачиванию данной зоны, нарушение процессов репарации, процессов восстановления может привести к различным осложнениям, и как в первый, так и в более поздний операционный периоды. Пирогов анатомия помогает визуализировать анатомический материал, вносить материал в долговременную память, помогает лучше понимать анатомию не только с точки зрения устройства, но и с точки зрения функций, как это работает. Я как практикующий врач-рентгенолог, я могу сказать, что данное приложение Пирогов анатомии очень удобное приложение, потому что в практике мы сами знаем, врачи, что некоторые пациенты не понимают, где данная проблема, начинают волноваться, а нам нужно показать, хотя бы объяснить, где же норма, да, какой должен быть норма, а где патология. Да. И здесь до данного приложения, конечно же, начинаешь открывать книжки, атласы. Я думаю, что не каждому удобно при себе иметь книжку, толстую такую книжку атласа, и открывать, показывать. Здесь приложение конкретно по органам и системам, особенно мне очень нравится топографическая анатомия. Здесь открываешь по сегментам, по органам можно выделить и показать данную проблему. Недавно тоже пациент спрашивает, а где же проблема, я никак не могу понять, покажите, пожалуйста. Я вот открываю и показываю, ваш пациент даже удивился и говорит, вот это гениально, то что придумали вот такое приложение и можно носить всегда собой. Для врачей, для своих коллег, клиницистов, я могу сказать, что это приложение «Анатомия в кармане». Своеобразный кадавр в кармане, который помогает улучшить качество, и у нас будет больше хороших специалистов благодаря Пирогов анатомии.